Я решил попробовать запустить на самых дешевых китайских часах самую тяжелую игру World of Tanks. Интересно, не взорвутся ли эти часы? Я уже скачал эту игру, поэтому все, что мне остается, это нажать играть. Так, игра сразу же запустилась. Вообще никаких глюков, пока идет очень плавно. На многих смартфонах эта игра тормозит. Здесь я глюков пока не наблюдаю. Так, бой начинается. Вау, ребята, игра идет вообще без каких-либо глюков. Очень плавно и круто. Единственный минус — это управлять танком не очень удобно, потому что пальцем я закрываю почти весь экран. Я не вижу, куда я просто еду. Но в целом играть можно. Я в шоке от китайцев. Часы реально крутые. Какие еще игры протестировать, пишите в комментариях.